самый крупный производитель электронного оборудования для самолетов, уверен, что черный ящик способен раскрыть тайну катастрофы. Если черный ящик авиакомпании Air France будет найден, то причина произошедшей аварии будет раскрыта. Заместитель президента компании Honeywell Advanced Technology Боб Смит, с которым мы встретились на парижском авиашоу, говорит, что черные ящики очень-очень надежные и очень-очень крепкие. Эксперты до сих пор ищут хоть какие-то зацепки, чтобы установить причины крушения аэробуса А-330, который летел из Рио-де-Жанейро в Париж. Более 200 пассажиров погибли в катастрофе. Эксперты сосредоточились на возможных проблемах датчиков скорости, но поисковые команды все еще ищут черный ящик, который, как они надеются, раскроет истинные причины происшествия. Из-за беспокойства о безопасности, а также из-за экономического кризиса, многие лидеры авиапромышленности не ожидают на этом шоу большого числа новых участников. Однако Смит сказал, что Honeywell оптимистично смотрит на эту ситуацию. На этом авиашоу мы собираемся заявить, что получили заказ на 500 миллионов долларов. В современных экономических условиях это очень хорошо, и мы очень рады. Недавно Европа развернула долгосрочную программу для улучшения безопасности в воздухе, особенно в области контроля движения. В перспективе это должно предотвратить загрязнение европейского неба.